принесли нам ужин. Это уже как ужин, правильно? Да, будем. Значит, два подноса. На одном подносе 3 яйца, 2 масла. Шиночка, ничего такая. И чаечек. И еще один для второго. Это тунец, сыр, помидорки, маслочка. Ну, тоже с чаечком. Есть еще такая вот интересная, ну, как я бы назвала это, корзинка, да. То есть здесь у нас идет две пачечки вот таких витаминки. Вот. Вот такие вот две пачечки. Прокладка после рода. Послеродовая. Потом набор очень интересный для деток. Значит, косметика детская приложится. Одна. Потом Депантен влаживается. Затем, ну, это, я не знаю, это Хайдуция поможет разобраться с чем-то. Что-то. Это для кожи. В случае, если есть раздражение кожи. Такая вот. От аллергии и сухой кожи. А, это вот, от аллергии или сухой кожи. Вот такое. И еще, значит, это для груди. Я не знаю, прокладки, как это называется. Прокладки. Для лактации. Да. Прокладки для лактации. Потом есть вот такие два интересных порошка. Это, я так понимаю, в случае, если проблема с лактацией, да, то с карамельным вкусом идет. Вот. И есть еще вот такой пакетик. Сюда входит. Ой, нашпиговали здесь. И для крем для дневной для кожи. Значит, дневной для кожи, чтобы роженица не скучала. Крем для на день, дневной тоже. Крем для лица. Для, такой вот для личика у нас крем. Есть кремик подочи. А что же его, чтобы правильно? Роженица себя должна чувствовать прекрасно. Крем тоже для лица на ночь. Моя ж ты бусинка. И еще на день. Короче, выбирай крема, пожалуйста. Мазюкай себя. А, и еще там какая-то. Еще крем у нас васильковый такой. Мама дорогая. Вот такая тетя. Так, вот это такая помощь есть. Потом уберу. Я дальше хочу. Так. Есть еще у нас что здесь? Влажные салфетки такие. Перчатки. Это, я так поняла, для... Для ребенка там все. Угу, это все, косметика для ребенка идет. Здесь, кстати, сделано очень интересно. Это мы поставили. Так интересно, значит, такая вот раковина, ну, вроде бы как раковина, но она сделана сразу ванночкой. А здесь пеленальный столик. Вот это вот рядышком пеленальный столик. То есть очень удобно такая штука. Тут тебе вот водичка, тут тебе вот и кремики тоже. Идет такая косметика хорошая, невеевская. Крема. Короче, сюда ничего, в принципе, не надо брать. Приходишь просто, только берешь живот с ребенком. Здесь тоже все так для удобства. Вот тебе чаи разные. От травяных, черных, зеленых, каких угодно. Потом кофе,
Кофе, кофе, кофе, чай. Роженица должна еще отдыхать. Почему бы не смотреть телевизор и не получать удовольствие? Ну, в принципе, ночничок такой аккуратненький. Кровать со всеми удобствами. Ну, там диван у нас. Диван. И... туалет с душевой. Где есть, кстати, где есть, как в отеле, на тебе фен со всеми там дозаторами, тоже с косметикой. Это все здесь было. Вся вот эта косметика, ничего не приносилось, а все здесь было. Так что в таких условиях рожать можно.